С рыбой, как обычно, великолепные кадры. Так. А чем это вы занимаетесь вечером? Читаем комментарии, видишь? Работаем с комментариями. А это что делает? Кто это? Рысь. Какая рысь? Саша. Какая рысь? Промо-рысь какая. Только что вытащил суперкомментарий про Марыси из бана. Ютуб забанил комментарий. Хочу быть кошкой, хочу быть собакой. Вообще тема. Че вот? Вот. Что еще сказать? У нас есть тоже что-то, что офигевает от происходящего. Да я сам офигеваю тут от некоторых комментариев. Уже, блин, вообще капец. Как вообще это возможно? Нет, та версия, по-моему, была лучше. Делай видео. Хватит читать комментарии. Где новое видео? Где? Сейчас колбаса придет, сейчас она тебе устроит новое видео. Он сейчас придет, зайдет в комнату и будет тебе новое видео. Дышу на ушко. Самое тупое начало. Только ты не влазишь. Ну ладно, пусть. Ты слишком большой. Вас ладно. Слишком много для одной камеры. Ну ладно, скажите. Главное. Тут сейчас будет напряженная музыка. Колбаса ищет спасения. Ищет спасение. От упоротого лиса. От упоротого лиса. Не бойся, колбаса, я тебя спасу. Дынь-дынь-дынь. Дынь-дынь-дынь. Ну не пугай колбасу, не надо. Он умер. Сейчас она уписится, и мы потом это будем сушить. Нет! Победила она его. Конечно, как у него сил нет после того, как он комменты почитал. Он уже хотел умереть просто сам. Колбаса осталась, колбасе осталось только взять его за носик и все. Отпусти колбасу. Да я ее держу, что ли, она сама пристает. Она вообще мешает мне. Ты вот колбаса. Ага. Кстати, друзья, всем здравия. Босяка переехала, ну, на ночное время она переехала уже в сторожку, потому что ночью холодно на улице. И, в общем, ну, досаждает нам тут, короче, не дает ничего делать. Вот. А я как раз, кстати, давай я расскажу, наверное, сегодня про это дело. Колбаса, да, тебя покажем, а я расскажу. Давай тогда я отодвинусь от вас подальше, это просто погромче. Потому что два красивых человека в приюте. Два самых красивых. Не могу. И упоротый лис. Да. Все, видишь, она теперь не боится его. Дай я понюхаю. У него большая, она себя вдруг занюхает. Так, ладно. Босяка. О, ты зачем меня жрешь? Так нельзя делать. Чуть не съела меня. Рассказывай, ты хотел рассказать. Короче, я сейчас скринчики закидываю в папочку, чтобы не потерять. Я оплатил коммуналку, оплатил долги, короче, за газ, за воду, за свет, ну, за электроэнергию здесь, на старой территории. Короче, за все, кроме воды, здесь на базе. Здесь за воду не могу заплатить, нет чека, короче, нужно идти туда, в этот, ну, в администрацию, короче, как она называется. Вот, короче, все остальное я оплатил. Я даже сейчас, наверное, смогу вам сказать, сколько я за все отдал. А я вставлю скрины сюда. А, скрин, ну да, можно потом повставлять скрины, если они нужны кому-то, ну можно повставлять. Короче, 16 259, ну с копейками. 16, это за все, 259, да? 259, да. Ну, кроме воды. Друзья, вот что хотел рассказать. В общем, наше море обломов с айсбергом, с приютом айсбергом, на самом деле очень здорово нас выручило. Сейчас я вам скажу, как. Значит, ну, я не знаю, я не могу там отделить, да, как бы, какая помощь поступила именно вот после этого ролика, но за все время, с момента публикации, мы получили 26 115 рублей. Все, успокоилась немножко. Босяка, дашь мне чуть-чуть поработать? Не буди лихо. А то мне уже ехать скоро надо.
Мне уже скоро ехать, надо других жабачек кормить, жабачек. Так, друзья, давайте я вам расскажу, значит, что главное. Почему я оплатил коммуналку с кредитки? Я не хочу тратить те денежки, которые вот вы нам подарили. Они очень нам пригодятся. Нам сейчас нужно срочно зачипировать 10 щенков. Нужно достроить будочку для бигфиша. Нужно покупать либо ламинированный ДСП, либо, может быть, недорогую ламинированную фанеру найду. Простите, у меня уже не очень хорошо варит. Я устал. Материалы нужны для будок, для всего, конечно. Да. Нам срочно нужно есть уже... Я сейчас не хочу вам похвастаться. Я очень интересную идею придумал для Донара. Потому что Донару будет холодно в обычной будке, и мы его поселим в специальном помещении, в будочке с теплыми полами. И, собственно, мальки, которых мы уже выпускаем на выгул на общую территорию, они ведь сейчас пока еще ночуют в своей клетке, для них тоже срочно нужно строить какое-то убежище. Они, конечно, лохматенькие, толстенькие, но какая будет погода через неделю, через две? Вот, поэтому я оплатил все с кредитки. На кредитке есть льготный период. Я думаю, ничего страшного, ну, как бы в этом нет. Собственно, это привычное для меня дело. И, ну, если кто-то хочет поучаствовать в этом, поддержать, да, помочь мне как-то с оплатой этих платежей, буду очень-очень вам благодарен. Но использовать денежки Донара и Бигфиша, собственно, в основном это их деньги, я, ну, не могу. Так, ладно, давай тогда я прощаюсь. Включай. Включила. Друзья, давайте я тогда прощаюсь, а то у нас получится опять очень долгий ролик, а собственно, его и готовить даже некогда. Вот, так что простите, пожалуйста, за то, что так бегло, неподробно. Ну, в следующий раз мы сделаем какие-то уже более подробные обзорчики. Васяка, будешь говорить «до свидания» подписчикам твоим? Будешь говорить? У тебя столько много подписчиков и нету нифига просмотров. Все нас бросили. Скажи, что вы нас бросили? А? Да, скажи, они нас бросили, представляешь? Не хотят нам делать просмотры. Вот такая история. Вот так вот. Думали, она вас укусит? Нет. Босяка. Все, всем привет, друзья. Всем пока. Пока. Всем привет от Босяки. И пока от Босяки. И быть добру. До свидания. А, не-не-не, помнишь, как это? Куры есть? А? Куры есть? Ну, хоть один цыпленочек. А? Может, есть? Ну, хоть один цыпленочек. Нет! Убийство, отдайте, да. Мой хвост, мой хвост. Это же мой хвост. Это же мой родной хвост. Нельзя трогать мой хвост. Босяка, подожди, подожди. Все, нельзя жрать лиса упоротого. Это все, до свидания. Все, успокойся. На тебе собачку корейскую. Только не жри ее, просто играйся. Вот так вот. Учись просто играться. Не надо никого убивать. Боб. Ого, ничего себе, посмотри, она раза в два меньше стала, да? Угу. Осторожно, осторожно. Давай, колбаса, вставай, покажи, какая ты стала огромная. Обалдеть, ты уже... Ну, раньше же вот так было, помнишь, вот до сих пор на диване, да? Ну вот да, она уже большая, вот у нее так. Уже зубики меняются. Огромная. Блин, смазанная. Косяка, ты выросла. Ладно, давай 5 минуток с тобой позанимаемся, и буду я дела делать, а то ты нам не дашь, да, работать?